Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова YouTube-канал Тутси, лайфхаки, диеты, путешествия, обзоры товаров и продуктов. Сегодня я хочу рассказать вам еще об одной очень эффективной и очень вкусной диете, которая дает потрясающий сброс веса до 5-6 кг в неделю, если строго выполнять эту диету. Нам потребуется 300-400 граммов филе индейки без кожи и жира. Если нет индейки, то можно взять филе курицы, тоже без кожи и жира. Ваша любимая приправа, но не слишком острая. Порезанные кубиками кабачки, немного помидоров, зелень укропа, петрушки, немного моркови чисто для цвета и разобранная на мелкие соцветия цветная капуста. Это все, что нам нужно. Берем 2,5 литра воды. Сначала варим до готовности в ней мясо. Затем добавляем все остальные ингредиенты, и я варю обычно до полуготовности. Я люблю, чтобы кабачки и капустка немножко хрустели. Сейчас я сварю этот суп и покажу вам, что у нас получилось. Вот посмотрите, какой чудесный супчик у нас получился. Это чисто белково-овощной суп. Его нужно есть в течение недели, каждый день. Растягивать вот эту кастрюльку на 3-4 раза. Иногда даже многие не могут съесть эту всю кастрюльку, потому что он действительно очень сытный. Мясо очень диетическое, очень сытное. Почему это работает? Потому что многие мои подписчики не верят, что это работает. Они говорят, как можно похудеть на мясе. На мясе можно отлично похудеть, если оно не жирное. Наш организм должен получать углеводы, которые он использует для жизнедеятельности. Если мы не едим углеводы, тем более в течение целой недели, то наш организм начинает расходовать жиры. Это давно доказанный факт. Поэтому белковые диеты и белково-овощные диеты такие эффективны. Это действительно помогает. Все эти диеты я попробовала на себе, испытала на себе, и поэтому я отвечаю за свои слова. И многие мои подписчики, которые все это использовали, тоже писали, что у них получалось похудеть. Что еще важно? Я хочу сказать, что многие говорят, а потом мы потолстеем. Если вы будете переедать, запомните, вы и мы тоже похудеем после любой диеты. После любой диеты нужно соблюдать принципы правильного питания, стараться ограничивать себя во вредных продуктах, следить за своим питанием, следить за своим весом. Потому что запомните, похудеть легко. Многие люди могут похудеть. Сложно удержать вес. Поэтому нужно всегда следить за своим здоровьем. Если, конечно, для вас это очень важно. Потому что есть люди, прекрасно чувствуют себя с лишним весом, и они счастливы. А если вы хотите похудеть, то нужно для этого стараться. Вот и все, дорогие мои. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, заглядывайте в ссылки в описании и прикрепленный комментарий. С вами был YouTube-канал Тутси, лайфхаки, диеты, путешествия, обзоры товаров и продуктов. Делитесь моим видео с друзьями в различных соцсетях. Пишите, как вы худеете, какие у вас есть диеты. Это будет полезно всем моим подписчикам, потому что очень много интересных вещей я узнала от своих подписчиков.